Черногорске 28 июня проходит День молодежи. Ой, тут везде шашлычки, пловчик. Граждане собрались. О, какой рыжий, забавный, раздает какие-то буклеты. Можно на ослике покататься. Молодежь ждет основных интересных выступлений. Сейчас была живая музыка. Сейчас вот живой звук. Будут выступать также каратисты Федерации Кёкусинкай Республики Хакасия. Охраняют нас прекрасные девушки в форме. Кстати, сегодня их мало. Вообще людей в форме. Может, еще не время, либо где-то спрятались. Я бы этот сериал запустил на теле. Мне бы взять сейчас огромный пеник и смести тебя со своего плена. Постепенно убегу на край планеты, чтоб забыть твои глаза. Если встретить тебя где-то, не нажму по тормозам. Сделаю красные дреды, изменю цвет лица. Буду прыгать по газону и не в такт двигаться. Но я опять себя сам запер. Я виски с колой заправил. Обливаю себя ярко красками. Разве что-то прекрасней? Ничего. Тело. Он выходит на татами, зная свое дело. Кимоно и на груди иероглиф Кёкушина. Это бешеная сила, железная машина. Не избегая ударов, он идет в атаку. На улице с людьми он никогда не вступит в драку. Выполняя все ренраку и санчи наката. От восхода солнца и до его заката. Здесь не ищут компромиссов между собой. Около 300 ударов за 2 минуты боя. Не замечая боли, включая силу воли, он подобно воину в поле выступает в главной роли. В битве до последней капли крови победит сильнейший. Мы стремимся к истине, как сказал мудрейший. Мы, бойцы, идем вперед и не кричим Атея. Наша жизнь — это Кёкушинкай Карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим Атея. Наша жизнь — это Кёкушинкай Карате. Кёкушин — сопровождает нас по жизни. Кёкушин, сила духа и правильность мысли, делая из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. 2 тренировки в день, по утрам пробежки. С каждой секундой дух становится сильнее, чем прежде. Мы не скрываем смысла своих чувств. Наши цели легли в основу боевых искусств. Лоу-кик, Маваши Цоган и Ушира Герри. Эта связка приведет с собой серьезные потери в нашем теле. Нет места страху или боли, парень, силе духа и набивки. С нами потягаться может только камень. Стальное тело, удары словно выстрелы. Мы союз-искатели абсолютной истины. Свою жизнь мы посвятили философии и спорту. Этот образ жизни нас ведет к душевному комфорту. Без тренировочных процессов не живем ни дня. Мы сутками оттачивая стиль, масситацию, а ямы, как у Цуки Цодан, Чудан, Гедан, потом Овате. Наша жизнь — это Кёкушинкай Карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим Ате. Наша жизнь — это Кёкушинкай Карате. Кёкушин — сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли, делая из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная
души. Запомни, сын, мы не кричим, Матея, наша жизнь. Это Кёкушин, кай, карате, Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин, сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Нанося удары жестко, набивая тело, он выходит на татами, зная свое дело. Кимоно и на груди иероглиф Кёкушина. Это бешеная сила, железная машина. Не избегая ударов, он идет в атаку. На улице с людьми он никогда не вступит в драку, выполняя все ренраку. И санчина ката от восхода солнца и до его заката. Здесь не ищут компромиссов между собой. Около 300 ударов за 2 минуты боя, не замечая боли, включая силу воли. Он подобно воину в поле выступает в главной роли. В битве до последней капли крови победит сильнейший. Мы стремимся к истине, как сказал мудрейший. Мы бойцы идем вперед и не кричим Матея. Наша жизнь — это Кёкушин, кай, карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим Матея. Наша жизнь — это Кёкушин, кай, карате. Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. В день, по утрам пробежки. С каждой секундой дух становится сильнее, чем прежде. Мы не скрываем смысла своих чувств. Наши цели легли в основу боевых искусств. Лоу-кик, Маваши, Дзёган и Ушира, Герри. Эта связка приведет с собой серьезные потери. В нашем теле нет места страху или боли. Парень, силе духа и набивки. С нами потягаться может только камень. Стальное тело, удары словно выстрелы. Мы союз искатели абсолютной истины. Свою жизнь мы посвятили философии и спорту. Этот образ жизни нас ведет к душевному комфорту. Без тренировочных процессов не живем ни дня. Мы сутками оттачивая стиль, масситацию, а ямы, как у Цуки, Цодан, Чудан, Гедан, потом ОВД. Наша жизнь — это Кёкушин, кай, карате. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим Матея. Наша жизнь — это Кёкушин, кай, карате. Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. С Кёкушином. Кёкушин — универсальные солдаты мира. Кёкушин — разрушительная мегасила. Кёкушин — запомни, сын, мы не кричим Матея. Наша жизнь — это Кёкушин, кай, карате. Кёкушин сопровождает нас по жизни. Кёкушин — сила духа и правильность мысли делает из человека настоящего бойца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. С Кёкушином мы по жизни идем до конца. Нанося удары жестко, набивая тело, он выходит на татами, зная свое дело. Кимоно и на груди иероглиф Кёкушина. Это бешеная сила, железная машина. Не избегая ударов, он идет в атаку. На улице с людьми он никогда не вступит в драку, выполняя все ренраку. И санчина ката от восхода солнца и до его заката. Здесь не ищут компромиссов между собой. Около 300 ударов за 2 минуты боя, не замечая боли, включая силу воли. Он подобно воину в поле выступает в главной роли. В битве до последней капли крови победит сильнейший. Мы стремимся к истине, как сказал мудрейший. Мы бойцы идем вперед и не кричим Матея. Наша жизнь — это Кёкушин, кай, карате. Кёкушин.